С начала сезона в Бобруйске зарегистрировано 99 случаев укусов клещей. За аналогичный период 2018-го их было зафиксировано 165. По данным исследований специалистов, паукообразные, которые обитают на территории нашей страны, могут быть заражены возбудителями 9 инфекционных заболеваний. Наиболее опасные из них – лаймборрелиоз и клещевой энцефалит, которые могут привести к тяжелым последствиям. Защита представляет именно после укуса, если укусил, присосался клещ, это принять антибиотики. Нужно обратиться в лечебное учреждение, решить вопрос, какой вам антибиотик подходит. Ребенку назначается один, взрослым другой. Ну и получить полную рекомендацию от доктора, который поможет избежать заболевания. По словам экспертов, эпидемиологическую картину во многом определяют погодные условия и поведение людей. К примеру, сейчас для активности клещей идеальные условия. Они ищут жертв, чтобы продолжать свой жизненный цикл. Членистоногие не любят жару, активизируются при температуре 20 градусов и влажности 90-95%. Особенно внимательным следует быть в пасмурные дни накануне дождя. Ну а чтобы предупредить встречу с клещом, нужно правильно одеться, одевать плотную одежду, по максимуму закрывать открытые участки тела, допустим, рубашку заправлять в брюки, брюки в носки, одевать какие-то сапожки, головной убор обязательно должен быть. Если клещ все-таки укусил, удалить его нужно незамедлительно, только делать это самим не рекомендуется. Не нужно смазывать его маслом или спиртом, а также греть или использовать другие методы, насоветованные интернетом. Извлечь членистоногого помогут врачи любого травмопункта города, а в поликлинике оценят общее состояние места укуса и назначат препараты. Профилактическое лечение наиболее эффективно в первые 2-3 дня. Людмила Любимцева, Андрей Богдан, Бобруйск 360.